Прошлый 2020 год для судебных приставов был непростой. Свой отпечаток наложила пандемия. Кроме того, Федеральная служба судебных приставов изменила статус и стала полноценной силовой структурой. В связи с этим увеличилась нагрузка на каждого судебного пристава. Как было сказано коллегии, где руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области озвучил итоги прошедшего года, на исполнение в структурных подразделениях находилось почти 1 миллион 105 тысяч исполнительных производств. По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось на 5,5%. В результате работы судебных приставов было окончено и прекращено 695 тысяч исполнительных производств и взыскано в бюджеты различных уровней более 6,5 миллиардов рублей, что оказалось на 870 миллионов рублей больше, чем в предыдущем периоде. Несмотря на эти трудности, мы смогли их преодолеть и научиться работать в этих условиях. Если разбираться по взысканной сумме, я хочу сказать, что очень серьезное внимание мы уделяли социально значимым направлениям, таким как, к примеру, алименты. Алиментов взыскано 189 миллионов за 2020 год. Это более чем на 40 миллионов больше, чем в 2019 году. Руководитель управления напомнил также, что в 2020 году вступил в силу федеральный закон номер 215 ФЗ, который ввел определенные смягчения по возврату просроченной задолженности наиболее пострадавшим гражданам в период распространения коронавирусной инфекции. Сейчас этот мораторий продлился, служба судебных приставов не имеет, отсутствует у нас такая возможность накладывать арест на движимое имущество, находящееся в помещении, в жилом помещении должника. Исключением составляет из движимого имущества только лишь автотранспорт, то есть машины арестовывать можно. Как отметил руководитель, за прошлый год 67% производств были исполнены, не выходя из кабинета, за счет электронного взаимодействия с различными органами. Таким образом, судебные приставы расширили диапазон влияния на должников за счет офисного исполнения. Мы очень часто рассказываем о нашем банке данных исполнительных производств, о нашем сайте. За прошлый год, благодаря вот той популяризации, которую мы ведем, более 600 тысяч, около 600 тысяч граждан посетили наш сайт, где они смогли ознакомиться с тем, что у них имеются долги, раз. Плюс ко всему, они получили информацию о том, каким образом можно их оплатить за счет высоких технологий. Наиболее эффективно применялась государственная информационная система государственных и муниципальных платежей ГИС-ГМП. За прошлый год более 680 тысяч платежей на сумму 1 миллиард 400 миллионов рублей было осуществлено через эту систему, что в 3 раза больше, чем в 2019 году. Таким образом, граждане стали чаще прибегать к бесконтактной работе с судебными приставами. Ирина Антонова, Александр Кудряшов, новости Улправда ТВ.